Здравствуйте, дорогие мои подписчики! Здравствуйте, мои новые зрители! Меня зовут Ева, и на этом канале я публикую свои путешествия, ну а между ними я озвучиваю и зачитываю новости туризма для вас, чтобы вы были в курсе, что у нас происходит в сфере туризма. Итак, новость на сегодня. Еще один туроператор объявил о запуске собственной полетной программы в Египет. Пока из Москвы, но регионы уже на рассмотрении. Итак, подробности о перелетах и ценах на пакетные туры на Красное море в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. И можно ли перебронировать на Египет несостоявшиеся ранее туры. Туроператор Тест-Тур открыл продажи туров из Москвы на курорт Египта на прямых рейсах авиакомпании iFly. Собственная полетная программа туроператора в Египет будет выполняться из Внуково на лайнерах А330 вместимостью 378 кресел. Перелеты в Шарм-эль-Шейх запланированы с 28 мая по 30 октября по средам и субботам. В Хургаду с 29 мая по 30 октября по четвергам и воскресеньям. Время в пути составит 6,5 часов. Вылеты из Москвы на египетские курорты будут выполняться утром, отправление в 6 утра. А обратный билет по местному времени 13 часов. В стоимость перевозки включен багаж 20 кг и питание. Билеты на рейсах iFly в Хургаду и Шарм-эль-Шейх также доступны в свободной продаже на сайте Тест-Тур и у различных агрегаторов. Представители туроператора подчеркнули, что как от российских, так и от египетских властей получены все необходимые разрешения на выполнение рейсов в Египет, то есть рейсы безрисковые. К осени, в зависимости от ситуации в мире и уровня спроса, Тест-Тур планирует увеличение частоты полетов на египетские курорты до ежедневной. Также компания изучает возможность запуска полетных программ в Египет из Санкт-Петербурга и других городов. Также на Египет можно перебронировать несостоявшиеся туры в Турцию. Все туристы, которые не могут с конца февраля отправиться на отдых в Египет по ранее приобретенным турам из-за проблем с авиасообщением, смогут перенести средства со своих заявок на новые чартерные рейсы в Египет. Также перебронировать на чартерные программы из Москвы в Хургаду на вылеты 29 мая и 2 июня и в Шарм-эль-Шейх на вылеты 28 мая и 1 июня. По текущим ценам подбора можно и несостоявшиеся туры в Турцию с заездами в период с 17 мая по 30 июня. Размер предоплаты сохраняется в валюте по кросс-курсу евро-доллар. Перебронирование приобретенных ранее туров в другие страны на Египет возможно, но в индивидуальном порядке. Сколько же стоят туры в Египет на этих чартерах Тест-Тур? Стоимость пакетного тура Тест-Тур в Египет на 7 ночей по чартерной перевозке iFly в начале июня стартует от 82 тысяч рублей на двоих в отеле 4 звезды Шарм-эль-Шейха с питанием по системе «Все включено». На текущий момент стоимость авиаперелета на курорт Египта в составе полного пакета на рейсах iFly на некоторые даты вылетов в два раза ниже, чем стоимость авиаперелета на стыковочных рейсах через Каир или Стамбул. В настоящее время туры в Хургаду и Шарм-эль-Шейх на базе туристической перевозки реализуют туроператоры Fun & Sun в сотрудничестве с Egyptair. Туры от 95 тысяч рублей на двоих. И Biblio Globus на крыльях авиакомпании Red Wings от 98 тысяч рублей на двоих. Таким образом, у Тест-Тур уже третья чартерная программа в Египет. Итак, если хотите дальше от меня получать информацию, то, конечно же, придется вам на меня подписаться. Ну, естественно, не забывайте, что нажав на колокольчик, вы обязательно будете получать уведомления о моих новых видео и будете в курсе событий сферы туризма. Ссылка на источник информации у меня находится под видео, там же у меня находится ссылка на мой второй дачно-кулинарный канал. Кому интересно, переходите. Всем вам отличных путешествий, здоровья, мира, добра, до свидания.